that pops in your tongue make your heart race. And I hope you take it on a we'll be right back.
стоит подготовиться. И тебе привет. Ну что, давай за мной. Волнуешься? Сегодня твоя гонка. Ради нашей команды надо показать, что можешь ты. Меня-то в тусовке уже знают. Я подстрахую, но нам нужна твоя победа. Докажи, что ты не балласт, как... Да, твоя команда? Ты куда лучше них. Надеюсь. Итак, лихачи. Кто они? Ну, Кенни, ты знаешь, кризис среднего возраста за рулем. С ним Дэрил. Парень необщительный, но водит он круто. Их команда в рейтинге, так что выбор трассы за ними. Кенни из тех, кто думает только о себе. Готовься к неприятным сюрпризам. Дальше поворот налево. А вот и они. Анна Ривьера и ее никчемная шестерка. Думаете, справитесь с лихачами? Кенни. Привет, Дэрил. Привет. Сейчас мы покажем вам, как надо водить. Буду ждать на финише. Нужна только победа. Ты сможешь. Побывали в трущобах. Тесновато, не правда ли? И грязно, все как ты любишь. Потеряла на одном из этих углов. Что за дело? Я не знаю. Ящик, фонарь. Теперь до фонаря, да?
Эй, это не твоя? О, черт! Нет! Пришлите ребят одного зацепить. Черт! Что? Ты! Отойди от машины! Права, быстро! Ривьера, твоя тачка? Да. Что-то не так, офицер? Возможно. Видишь ли, твоя машина попадает под ориентировку. Участие в нелегальных гонках. Прямо смотреть! А значит, я имею право ее конфисковать. Где были ночью? Мы здесь, мы просто... Тупица. Забавно. Тачка есть? Да, сэр. Да, офицер! Где она? Вон там. Прикольно. Может, я не ту выбрал? Шоу, ты уже в пути? Доеду я. Ключи! Но зачем? Ключи! Хочешь вернуть тачку? У тебя 10 дней. Потом ее под пресс. Ну, может, 10, а может и меньше. Удачи на дорогу. Не надо. Подбрось домой. В руках власть. Меня не остановить. Кто-то бросает мне вызов. Не вопрос. Давай, погнали. Но когда коп говорит мне, выйдите из машины, мэм, власть у него, а я в пролете. Еще увидимся. И спасибо. Едва стало казаться, что уличные гонки взяты под контроль, как тут же, прошлой ночью, толпа гонщиков нанесла ущерб собственности на $1000. Люди в панике. Что же будет дальше? Теперь всем ясно, что моя спецгруппа необходима, как никогда раньше. Такое нельзя прощать. И я обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Знаешь, так поступают те, кому очень не хватает чужого внимания. Не, это фигня. Не жалеешь? Не. Передай-ка. Она сказала, ты был хорош. Мог попасть в лигу. Почему бросил?
Она не все понимает, как и я прежде. Но есть последствия. Пострашнее потери команды. После вчерашнего странно, что она не пришла хвастаться. Ха, ну, устала, наверное. Да. Кстати, если хочешь, кое-что предложу. Старый друг меня просто достал. Хочет увидеть тебя в деле. У него связи. Подумай, может, будет полезно. Я за, конечно. Спасибо. Не за что. Что у нас тут?